С Украины не пускают денежные переводы. С неприятным сюрпризом столкнулась в канун новогоднего праздника жительница Ярославля Лариса Жаренова. Она обратилась на городской телеканал с жалобой на то, что уже несколько дней не может получить деньги, отправленные ей с Украины с помощью системы переводов МИГом. Обойдя около 20 отделений разных банков, везде получала один отказ. По словам Ларисы Ивановны, прежде такого никогда не было. В пресс-службе одного из кредитных учреждений нам сообщили, что с декабря в их банке введен запрет на переводы МИГом. Но люди об этом не знают. Между тем, возвращать отправленное тоже не спешат. В итоге деньги, которые должны были дойти МИГом, надолго затерялись где-то в пути между двумя странами. В Ярославском отделении Центробанка пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Там были не в курсе введенного запрета на работу с такими переводами. Мама послала мне денежку 20 числа. С Украины. Я этим переводом пользовалась раньше все время. Он меня не подводил. 25 числа утром перевод был послан. Вот 4 дня я хожу из банка в банк. В переводе получили перевода, мне отказывают. Говорят, что операция перевода МИГом закрылась, но не объясняют почему. Я позвонила снова на Украину, чтобы этот перевод как бы снова обратно взять. По компьютеру банки проходят, что они должны принимать эту операцию. Прошла операция перевода МИГом. И таких, как я, немало, наверное.